Всем привет, ребят! Вы на канале M Tuning. Вот мое новое приобретение. Семейная камера. Их четыре штуки в комплекте. Качество Full HD. Есть ночное видение, есть обычное дневное видение. Функция управления с телефона. Запись, фото с телефона. Звук можно подавать, как здесь написано. Да? все работает. Как видите, у меня здесь четыре камеры, ну, в данный момент две камеры. Две камеры я уже установил. Вот они у меня уже подключены. У них также имеется, вот написано 1080 1080p, можно, кстати, вытащить вот эту штуку, одну камеру только, и будет работать только одна камера. Эта камера получается с microSD на 32 гигабайта максимум. Здесь, так понимаю, там можно вкрутить в стену, вот здесь отверстие есть. Либо при, присосками приклеить. Это не магнитная вещь. Но двигается она так по-разному двигается вытаскивается она вот довольно таки миниатюрная где-то сантиметров наверное сколько она 6 наверное в диаметре 6-7 сантиметров в диаметре эта камера толщина то где-то тоже сантиметров 5 наверное вот такая вот она да и фиксируется на этой подножке. Подножка металлическая. Пластиковая с металлом каким-то внутри. Приложение скачиваете через Play Market. Называется UEU. Ну, Xiaomi получается, да, E-Home. Камера. И делайте подключение. Все легко и просто очень вообще. У меня сначала заморочки были, не мог подключить. Но подключение оказывается легкое. Просто нужно, чтобы находила вашу сеть Wi-Fi. Правильно. Получается вот здесь. 300 три подключения. Три мода подключения. Скачали. Включили в розетку. Переустановили этим маленьким... Как его? Вот такая вот штучка нужна будет от телефона, как типа иголочки чтобы сзади на камере, нужно переинсталировать ее, когда делаете установку. Здесь также Full HD, ночное видение. Да, все проверил уже. Снимает четко. Ночное видение, все показывает идеально. Дневное ночное все показывает отлично. Расстояние, пока проверял только в доме. Но ну, расстояние, сколько метров 5-6, наверное, ловит без, без проблем всяких. Все работает. Также режим голоса. Режим детского плача есть. Если ребенок заплачет, камера среагирует, отправит вам звуковое или видео или смс. Также есть через 4G подключение. Нужно скачать просто отдельную еще программку. Тоже также идет через QR-код, кажется. Там нужно посмотреть, я не помню. Ну, в общем, вот такая камера. Отличная вещь вообще. Это правда не уличная вещь домашняя, но есть уличные модели. Все это я приобрел через сайт AliExpress. Кому надо, обращайтесь, скину ссылку. Заказывал из Испании в Бельгию. Доставка была 2,90. Плюсом заплатить нужно было евро один. И доставка в течение было, написано 7 дней, но доставка была в течение 9 дней из Испании. Все, кому интересно это было, смотрите, ставьте лайки. Также по установке этой камеры, этих камер. Очень много видео есть в интернете, я выкладывать полностью уже не буду это все. Там есть подробную установку, но установка очень легкая. Там занимает буквально меньше минуты. Так что смотрите, если включите YouTube, увидите сразу там тоже это подключение камеры, это конкретное. Всем спасибо, вы были на канале mTuning.